Привет, друзья! С вами снова я, Дмитрий Егоров, и вновь мы приветствуем вас на канале Squadboard Shop. Сегодня немножко необычный для меня обзор. Вы знаете, что обычно я говорю про какие-то коллаборации, которые представлены в магазине Squad. Но я решил вспомнить, скажем так, мое недалекое кроссовочное прошлое, которое, надеюсь, будет еще настоящим и будущим, и рассказать о обувных новинках зимней обуви бренда Globe, которые появились в компании Squad. Вообще, зима нас пока что не радует. Плюсовая температура, дождик, слякоть, ля-ля-ля. Но это не значит, что мы не будем рассказывать про зимнюю обувь, тем более мы очень надеемся, что куда-нибудь кататься вы поедете или просто в снежки будете где-то играть. А еще это отличный повод разыграть что-то в очередном розыгрыше. Розыгрыш опять будет в конце, и вы обязательно досмотрите и узнаете условия этого розыгрыша. Но перед этим немножко, буквально парочку минут к вашему вниманию, потому что рассказ про коллекцию зимней обуви Globe. Вообще, если прийти в магазин Squad, а мы настойчиво рекомендуем приходить в магазины Squadboard Shop и посмотреть на полку, где как раз представлены зимние кроссовки и ботинки Globe, то глаза начинают уже разбегаться, потому что действительно выбор очень большой. Казалось бы, странно, да? Австралийский бренд, нужно там шлепки делать, какие-нибудь антиакулью обувь, еще там что-то, а они делают зимнюю обувь. И вопрос, хорошая она или нет, но на примере двух предыдущих коллабораций мы знаем, что с обувью у них все хорошо. А давайте посмотрим, как обстоят дела с зимней обувью Globe, которые сделаны не в коллаборации с кем-то. Тут тоже будет один небольшое исключение, но про него чуть позже. Начнем с моделей Motley. Она представлена вообще в трех вариантах. Самая, наверное, близкая нашему сердцу модель – это вот такая черная. Да, у нее есть такие немножко неконвенциальные красно-черные шнурки, которые человек, который обычно ищет себе черную обувь, скорее всего, заменит на какие-нибудь черные. Но обувь, она это понравится, потому что здесь есть резиновая подошва у нас с таким интересным протектором. Она достаточно высокая, обувь черная, а самое главное, есть вот этот вот рыбий мех вверху, который продает уже определенную, конечно, теплоту этой обуви. Как всегда, наше любимое занятие – препарирование в виде вытаскивания стельки. Стелька у нас такая интересная, не плоская. Формованная. Понятное дело, что, скорее всего, когда будете носить, называется она у нас NitroLite, ну, очередная из технологий, которая со временем будет принимать форму вашей стопы и, соответственно, ходить будет в этих кроссовочках легко. Вот интересная такая самая, наверное, простая вариация моделей обуви Motley. Но есть две более интересные вариации. Самая яркая из них – это вот. Просто я вот на нее смотрю, и сразу вспоминается песня «Кислотный диджей». Эй, кислотный диджей! Эй, кислотный пипл! Эй! Начали подпевать и дергать головой в такт вместе со мной. Тест на возраст прошли. Вам больше, чем сколько-то лет. Но в любом случае, реально, вот такой вот кислотный, ярко-оранжевый цвет. Очень интересная, полностью резиновая, полностью водонепроницаемая вот эта поверхность, что очень и очень актуально в слякотную погоду, в мокрую погоду. Да даже когда снег, ты идешь там, например, в каком-то прям непрепорошенном снежку, а потом вступаешь на асфальт, и вот такие вот моменты, они очень и очень полезны, потому что на асфальте, ну, то, что моя мама называет дресисе, кто-то называет это там грязь, слякоть. Кстати, вот как вы думаете, слякоть – это существительное или глагол? Давай слякоть. Пойдем послякаем. Мне кажется, хороший глагол, но это не главное. Главное, что у Globe есть вот такие вот замечательные зимние кроссовки. Тоже протектор такой посерьезный. Он, кстати, посерьезнее, чем вот здесь. Здесь мы видим, он, в принципе, близок к такой обычной к скейт-обуви. Здесь уже вот такие прям тракторные следы. Внутри у нас не рыбий мех, как здесь. Внутри у нас очень такая хорошая флиска. Как на язычке, так и сбоку. Шнуровка достаточно простая. Вот эти вот моменты, которые сбоку. И я думаю, очень приятный момент, который удивит всех людей, которые ищут себе недорогую обувь для зимних прогулок.
вот эти вот стоят 5600 рублей, а вот эти 4730 рублей. Согласитесь, в нынешних реалиях это очень и очень небольшая цена за хорошую зимнюю обувь. Кстати, если вот это для вас слишком скучно, вот это для вас слишком ярко, то, пожалуйста, есть просто такие вот замечательные коричневые, с коричневой резинкой, тоже кроссовки-ботинки Мотли. Они мне почему-то напомнили детские шубки, которые были еще в конце Советского Союза и которых все дети носили. Ну, это не шубка, это вот тоже здесь такой более близкий к ноутбуку материал, тоже с флисом внутри, вот с такими вот шнурочками, с черным протектором. Кто не хочет что-то яркое, кто не хочет что-то черное, welcome, срединный вариант. Следующий, один из хитов, который делает Globe, это GS Boot. И тоже, что мне очень понравилось, они представлены в двух достаточно разных вариантах. Если не знать, что это одна и та же модель, может показаться, что модельки разные. Настолько даже внешне они по-разному выглядят. Одна из этих моделей сделана у нас из искусственной замши. Globe, шнуровка. Не теплые внутри, поэтому, пожалуйста, рассчитывайте, что, скорее всего, они, как говорится, демисезонные. И на такой легкий минус. Проверочку на стельку. О! Стелька, кстати, у нас здесь еще более большая. Это стелька Shock Bed, которая чуть больше, чем вот эта вот Nitro Light, которая была у нас в модели Motley. Такая стелечка. Смотрите, как классно. Сейчас покажу. Самые информационные обзоры от Дмитрия Егорова в Squadboard Shop, друзья. И вторая модель, которая мне, наверное, даже больше понравилась, это модель из гладкой кожи. Кожа такой достаточно серьезный. Ну, правда, орехи, конечно, ей не поколешь, но выглядит достаточно все так красиво, достаточно все мощно, с синим таким внутренним прошитым материалом, скорее всего, из чего-то искусственного. Тоже не супер теплая, поэтому, как говорится, наш шерстяной носочек. И тоже с интересной стелькой Shock Bed, друзья. Блин, я бы только ради вот этого движения покупал эту обувь. Тем более она тоже стоит недорого, друзья. Вот эта модель стоит всего 5000 российских рублей. Вот эта модель из такой хорошей кожи стоит у нас 6600 рублей, друзья. Звоните в наш телемагазин на диване. И третья модель, которая у нас представлена, это такая вот модель под названием Dover. Вообще, когда я на нее посмотрел, я сразу вспомнил, знаете, вот есть такие люди, которые говорят, ну, я хожу обычно на цивиле, мне вот эти вот кроссовки, это все вот не то. Вот сразу вспоминание как раз вот этого вот цивила от таких кроссовок. Цивил это не по-украински, это вилла, да, а цивила это типа цивильная такая модель. Что интересно, это тоже коллаб. Коллаб необычный, коллаборация с журналом под названием Wasted Talent. Поэтому Wasted Talent здесь написано у нас сзади, на вот этих вот лямках. Здесь Wasted, здесь Talent. Стелька тоже у нас Shock Bed с названием Wasted You, Wasted Talent. И на одной ноге она у нас черная, на другой ноге она у нас белая. Если хотите довести продавца-консультанта, можно приходить и сказать, что вы мне бракованные дали, одна черная, другая белая. А он вам ответит, так и должно быть. Потому что консультанты в магазинах Squadboard Shop, они все знают. Все знают. Вообще молодцы. Вот такие дела. Вот такие зимние коллекции от магазина Globe. А сейчас наш замечательный творческий конкурс. Поэтому доставайте свои фломастеры, доставайте огромные листы ватмана, лобзики. Сейчас будем выпиливать. Как только мы выпилим 3000 просмотров вот этого обзора, вот этого видео, мы пишем комментарий. В комментарии мы пишем, куда мы зимой в этом всем пойдем. Принимаются самые интересные комментарии. Это не супер творческое, да? Но, скажем так, если вы напишете что-то прикольное, это будет неким бонусом. Напишите, куда вы зимой ходите, друзья. Понятно, что кто-то там зимой ходит в ведро, кто-то зимой никуда не ходит, у кого-то школа, у кого-то институт, кто-то уже
молодость-то свою просрал. Скотт Бортшоп, друзья. Скотт Бортшоп. Ну подумаешь, ну не сказал, ну бывает. Я исправлюсь. Короче, мы разыграем вот эти ботинки в вашем размере. Комментарии, 3000 просмотров, Скотт Бортшоп, куда вы ходите зимой. Нормально? Вот эту пару.